Москва не хочет строить позитивные отношения с Вашингтоном. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Вчера вечером он выступал на слушаниях в Конгрессе. Мэттис заявил, что Россия и США имеют ряд разногласий, в том числе по Сирии. Ранее Москва раскритиковала Вашингтон за авиаудары по сирийским правительственным войскам. Американские сенаторы вчера поздно вечером договорились расширять санкции против российских граждан и корпораций. Это ответная мера на действия на востоке Украины, кибератаки во время президентских выборов в США, а также сирийскую военную кампанию.